Оказывается, здесь написано высокой напряги не дотыкает и сайт, но им это без разницы. Им без разницы. Это просто, это такой на грани просто. Ребят. А я первый на ФФУ хотел, у меня были экзамены на ФФУ, я не готовился, такой написал где-то на 150, такой... Ты бы все равно должен пройти, но я... не? Там на 140, ну типа хуёво написал. А, 140, тогда, наверное, и не пройдешь. А потом такой, ну надо готовиться, и за пару дней подготовился, и должен на 150. Теперь у меня больше воды. Сейчас я пойду сделаю вам обзор, что здесь есть на парковке. Здесь есть парковки для велосипедов. Прикольно. Паш, не обижайся. Я не обижаюсь. Я просто делаю обзор на парковку. Ну, лавок здесь нету. Это минус. Большой вот этой парковки. Хотя, может, вот там вот какая-нибудь должна быть. Так. Ну, пока что не видно. Это вообще охраняемая, походу, какая-то здесь шлагбаум даже. Платная парковка, ни одной машины. Только вот там как-то что-то ну, какая-то фигня стоит. Ну, вот такие парковки в Чехии, что сказать. Вот такие парковки, без лавок. Только для машин. Так сказать. Кстати, погода уже, вот сейчас ветерок, но сегодня было 22, в принципе, сейчас нормально. Я куртку одел, зашибись, балдеж. Как-то с ними даже так и не ощущается хороший вечер. А вечер реально хороший. Что? Что ты сделала? Вот видите, что будет с Варей, если она бахнет, ну, где-то водочки 0,20, еще и энергетик. В принципе, им сейчас клуб и не нужен. Пикник на обочине, блядь. Ты вообще ржака. За Украину. За Зеленского. Я помню времена, когда наша школа там оставалась, ну, гривен 50. Я шел голосовать за Зеленского, да. Мы покупали самое дешевое вино. Оно бывало не плотно. 30 минут. О, ничего себе, какая машинка маленькая. Ой. Экономика сама себя не почитает. Снимаю? Давай, снимаю. Говори что-нибудь, я снимаю. Я не знаю. Вкусные начос. Вкусные? Они тебе вообще нравятся? Да. Мне не нравится начос вообще. Не. Мне нравятся чипсы. Чего? Понятно. Это нужно заснять. Резкая биполярочка произошла. Только давайте. Очень хочется танцевать. В следующий раз мы все едем на техно. Что? В следующий раз как-нибудь в году 2030. Там. В субботу. Нечестно. Не будет. Назар, ты в курсе, что там будет Моргенштерн? Какой Моргенштерн? Это мы все предположили. Есть еще множество классных исполнителей. Конечно, там может не будет еще Моргенштерн. Например, Николай Басков, да? Да. Это будет Хамали Наваи. Да, а он по-любому будет. Ой, включают мозги и собираются.
Ну, о чем прикол? Время. Ну, только 10:40, может быть, 50 уже. Всем крутили голову, собираются. Поедем в какой-то небе-клуб. Типа крутая? Ахой. Да, серьезно? Блин, хорошо, что не чистое место. А где они делись? Подождите, а вы про что, про Go Study говорите сейчас? Я не умею. Подержи, пожалуйста. Так подержи. Зачем, выкидывай? Я нет. Он вообще не сел, он где? Откуда он? С Беларуси. С Беларуси, да. Ну, сходи. Мог бы и там сходить. Мне передали, поручили. Оу, да. Про мужиков. Замужена. Наверное. В общем, так здесь все выглядит. Ханым! Нандей сироушку, да. Вообще пустая станция почти. Сколько у тебя там подписчиков? Ну, было максимально 2500. Сейчас я последние 3 месяца вообще не развиваю. Это там подписываются люди. Ну, я не знаю, что делать. Как-то... Хотя, может, где эти бедолаги? Две кроссовки.